суд Франции аннулировал решение суда первой инстанции по экстрадиции Мухтара Аблязова в Россию и Украину. Теперь будет новое рассмотрение дела в Лионе. Только что сообщили, Кассационный суд Франции аннулировал решение суда первой инстанции об экстрадиции Мухтара Аблязова в Россию и Украину и направил дело на новое рассмотрение, но уже в другом суде, в Лионе. Любопытно то, что комитетчики знали, что так случится уже несколько дней назад. Как мне сообщили, они даже начали готовиться к варианту действий, если Аблязова не выдадут и он будет выпущен на свободу.